Да, Дуда, плей. Привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы играем в Hills of Steel. И играем против босса, которого быстро мы уничтожили. Ремкомплект берем и защиту включаем. 1500 монет у нас. Практически. Оп, давай, еще пару ударчиков тебе. Так, здесь мы, получается, 2 монеты за каждый сбитый танк получаем. Это очень мало. Не знаю, делали бы уже везде одинаковое получение монет. А то, получается, такие режимы, где мало монет, никто не играет. Только так, по фану, если поиграть. Ну, а мне, в принципе, монеты нужны. Потому что в скором будущем я открою новый танк. А там у него различные всякие камуфляжки есть, которую я бы хотел бы открыть. Вот, и снежный режим мне нравится, такой зимний. Так, а что тут такое? Гад какой. Еще можно, кстати, сыграть будет сегодня в Лигу испытаний. Там тоже интересная серия такая. Мы в прошлой серии, конечно, всех там уничтожили и выиграли много кристалликов. Удар грома. Ну, это босс у нас. Сейчас мы его быстренько уничтожим. Давай, давай, едь сюда. Оп, еще чуть-чуть. И немножко еще. Оп, готов. Так, опять включаем защиту. Вот, тяжело что поднимается. Танк наш. Вот здесь я буду стоять. Ну, у него здесь более прокачанная защита, кстати. Не так-то легко ее уничтожить. Ну, это хорошо. Все, пропала защита наша, к сожалению. Да, до следующего босса тяжело, я смотрю, проходить. Прям полосочка очень медленно идет. Так, вот этого сейчас уничтожим. Ой, танка сколько, ё-моё. Да, хватит стрелять уже, ты что такой наглый-то, а, пёс? Ну, есть. Мне бы до босса следующего дойти. Ну, не знаю. Хватит ли у меня здоровья пройти тут до босса-то. Ох ты, смотри, сколько танков-то одинаково. И монетка здесь лежит. Оп, я монетку забрал. А-а-а, кто там стреляет минами-то, а? Нет. Нет, я не могу подняться. Они меня выталкивают. Ох ты, как хорошо. Замечательно, я тут стою. Сейчас я всех их расстреляю. Так, вот это вообще. Гада. Хватит у меня. Есть. И здоровья очень мало. Блин, я подняться не могу теперь.
Давай, давай, разгонимся. Ну все, у меня тут пару выстрелов, мне кажется. И все. И готов я буду. Смотри, гусеница зацепилась. Ну, давай, давай. Все, все. Еще немножко. И я готов. Да, долго я держался, кстати. 170 монет получил. Ну, это вообще мало, мало. Давайте в доминирование поиграем. Берем Феникса. Поехали. Открываем флаги. Так, смотри. Ёлки-палки. Нет. Всё, и этот я сейчас подниму свой голубой флаг. Давай. Ждём. Нужно подлечиться. Жнец бежит навстречу. Есть. Я здесь и буду стоять, слушай. Все, если видишь, секундочки идут, мы побеждаем. Ай, я улетел. Так, ну все, мы в принципе победили, так что можно туда не спешить. Что у нас там получается? Да, 16. Ах, кто у нас там? На каком я месте? На 685 месте. А всего сколько там места? 2000 было где-то место? О, тут, наверное, бесконечное количество, слушай. А кто больше всего заработал? Вася. Да, Вася молодец. Ну, тут смысла нету играть. Тут все равно не выиграть. Не выиграть. Там очень много кристаллов, кстати, дают за победу, за первое место. Но это, не знаю, играть надо круглосуточно. Ну, кто-то играет. Кому-то это интересно круглосуточно играть. Ну, это вообще жесть, конечно. Так вот, круглые сутки играть. А идет битва 3 дня где-то. Не вариант. Это не наш случай. Ну и все, мы его тут закрыли и уничтожили. 50 монеток скоро получим. И еще получим мы сундук. Что ж там будет лежать, вообще неизвестно. Ну, опять какая-нибудь ерунда. Кристаллов там очень редко, что там кристаллы лежат. Да смотри, что делает, а. Блин, у меня уже здоровья мало, вонючка. О, нет, о, нет, 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 нет. Я вижу, с чем ты решил стрелять. Смотри, какой. А, это же этот вонючка, как, господи, забыл. Маленький танк. Он очень... Постоянно стреляет. Очень быстрый. Подожди, как же его тут, я забыл. А, Джокер, 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 Джокер. Да-да-да-да, Джокер. Джокер. Усилитель. Где, чё? Где усилитель? Ну. Тут можно это все поднимать, конечно. Но большого смысла я не вижу. А, так, кого бы можно еще прокачать, да я посмотрю. А, вот этого кобру. Блин, нифига какая-то ты дорогая, слушай. Нафиг я тебя вообще прокачивал. Можно было тебя не прокачивать. Все равно я на кобре пока не буду играть. Хотя, может быть, сыграю. Так, жнец и феникс. Кто победит, интересно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, напал на меня. Все горит. Ну, а у Феникса должна быть защита какая-то от огня. Он же Феникс. Ох ты, 150 монет, офигеть. Слушай, а интересно, тут тоже это все поднимается? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой противник-то, а? Противник грозный. Сейчас я здесь буду стоять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, меня попал. Меня попал. Блин, а как же мне его уничтожить-то? Ну, в принципе, уничтожить. Ох ты, смотри, что творит, а.
Смотри, что творит. Так, подлечиться нужно быстро. Опа, победа. Скоро мы 150 монет заберем. А, давай сундук откроем. Почему нет-то? Что там в сундуке? 50 монет. Блин, мало. Ой, 50 монет здесь, 150 монет там. Итого 200 монет у нас будет. В принципе, монетки тоже нужны. Когда же у меня будет столько монет, что я вообще запариваться даже не буду по количеству монеток. Так, ремкомплектик. И мы почти что свежачок такой. О, дамажится. Не знаю, как дамажится, но дамажится. А это самое главное у нас. Да. 150 монет мы получили. Спасибо большое. Ну что ж, поиграли. На этом хватит. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, передавай приветы. Пока-пока.